Здравствуйте, меня зовут Владислав Недорезов, я из города Новокузнецка. Я участник семинара «Сангипноз и гипноз» на острове Камаин. Мне очень здесь комфортно, на самом деле здесь очень такая приветливая обстановка и очень много энергии негативной здесь, оно преобразовалось в позитивную энергию. Вот. Еще хотел бы сказать о самом семинаре. Семинар очень понравился, то есть я изначально целенаправленно на этот семинар ехал. Была определенная цель. Цель, прежде всего, была это в том плане, чтобы освоить навыки самогипноза и гипноза. Ну и какие-то свои, может быть, личные проблемы проработать. Особое внимание, особые эмоции я испытал на тренинге Александра Устюжанина. Это холотропное дыхание. Очень понравилось. До сих пор ощущения возникают в теле определенные, те, которые были на тренинге. Очень много полезного узнал от Михаила. То есть в плане того, что каким образом лучше и удобнее вводить человека в состояние гипноза, каким образом делать внушение. Думаю, что, скорее всего, уверен в этом, что те знания, которые я получил на этом тренинге, я обязательно буду воплощать, когда приеду к себе в город Новокузнецк. И хотелось бы, и планирую, по крайней мере, вот на текущий момент, если будут какие-то другие тренинги там по самогипнозу, да, то есть я бы с удовольствием бы эти тренинги, бы семинары заново участвовал бы.